Здарова всем, ребятки, Кента пока на проводе, и вы не поверите в эти новости. Horizon больше не топ-1 клан. Знаете почему? Потому что буквально вчера происходил Abstraction Europa League, и на этом турнире первое место заняла команда... После рекламы. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. И еще одно очень важное уточнение. Я говорю только то, что происходит на данный момент. То, что им повезло, не повезло, меня это не волнует. На данный момент они победили и они стали сильнейшими. Если вам интересен подобный формат обзор кланов, при том обзор киберспортивных кланов, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Ну что же, а мы начинаем. И абсолютными чемпионами мира стал клан Нубики! Ну а если без шуток, то новый топ-1 клан это Sky to Fly. Ребятки, к вашему вниманию представляю замечательный, великолепный клан чемпионов мира по Standoff 2. Ну что же, давайте посмотрим на знакомые нам лица. Первый это Проникс, ребятки, этого парня я знаю лично, это не игрок, это машина, это бульдозер, это просто убийца. У него ранг элита, ну в принципе все как и положено, КД 1.8, хотя как по мне это маловато. Знаю, как он играет, а КД 1.8 это очень мало. В общей статистике 4.1, он играет очень хорошо, процент убийств в голову 83%. Честно говоря, если бы не знал, что это Проникс, я бы, ребятки, подумал бы, что это какой-то читер, потому что такой процент убийств голову, ну, просто невозможен. Ну, а теперь давайте посмотрим аккаунт главы клана. Мне очень интересно, кто же этот парень, потому что я никогда раньше о нем не слышал и не видел. Ник Not Broken, ранг мастер, ну, это почины, ну, это прям мое почтение. КД 1.79, почти как у Проникса. Общее время в игре 2750, капец, ребята. Вы просто посчитайте, сколько это дней, да это дохренище времени. Смотрим, процент убийств голову 61%, ну... Такое себе, можно и лучше. У Броникса 80%, между прочим. В обычной статистике КД 3.13 и процент убийств голову 59%. Ну, в принципе, довольно-таки неплохая стата, как для киберспортсмена. Ну а про следующего нашего участника хотелось бы выделить отдельное вступление, потому что он играл лучше всех, то есть на турнире, который я смотрел, он был на первом месте. Если я думал, что Проникс это бульдозер, то этот парень, я не знаю, это просто Титаник. Посмотрите, Фейс, ребята, посмотрите на этого красавчика. Мне очень интересно посмотреть, какая же у него стата. У него ранг чемпион, потому что, скорее всего, он толком не играл, не калибровался. КД 1.97, очень даже неплохо. В обычной статистике 3.87, ну, ребята, ребятки, ну видно, что парень реально красавчик, что парень играет не первый день. Процент убийств голову 75%, в соревновательном режиме 65%. Любимое оружие АКР, UMP и P350. Ну прям типичный набор киберспортсмена. Вначале пистолеты, потом UMP, а потом АКР. Далее у нас идет AIM Flash. Кстати, да, он тоже Феникс, почти как и я. Ну вы понимаете намек, да? Поняли? Ладно, шучу, шучу, шучу. Я себя не сравню с ним, он гораздо лучше. КД 1.67, ну КД слабоват, процент убийств голову 54%. Блин, братан, ну не зря он играл на предпоследнем месте. Любимое оружие АКР, АКР-12 и UMP. О, АКР-12, ну наконец-то хоть кто-то играет с АКР-12. Время в игре 703 часа, ну это относительно немного, даже очень немного. Скорее всего это какой-то олдфак, который забрасывал игру, потом обратно вернулся. В общей статистике КД 1.84, ну что-то вообще как-то, братан, маловато, маловато, маловато. Давайте посмотрим на игрока под ником Карусель. В последней катке, ребятки, он сыграл реально хуже всех. Ну давайте посмотрим, какой же у него ранг, какой же у него КД и какой же у него процент убийств голову. Полетели! КД 1.85, ну слушай, нормально, как у Проникса, значит одобряю. Ранг Рейнджер, тоже, слушай, очень даже неплохо. Время в игре 1700 часов, ну в принципе средний онлайн для всех киберкотлет. Процент убийств голову 58%, ну, братан, одобряю, одобряю. Любимое оружие АКР, UMP и Эмочка. А где ВМ? Где ВМ? Может, хотя бы в обычной статистике есть? Да, смотрите, в обычной, в общей статистике, любимое оружие АКР, М4 и АВМ. Вот он наш АВМер. Я, кстати, обратил внимание, что у всех игроков клана старая ID, кроме одного, Софтер. Давайте посмотрим на этого парня. Мне чё-то так подсказывает, что это очередная мишень. Да, Сильвер 4, ну кто бы сомневался, да, ребятки, это мишень. Но даже у него КД выше, чем у меня. Ну как такое возможно, камон, мужик.
Общее время в игре 74 часа. Ну, кстати, это новый аккаунт. Реально, это новый аккаунт. Процент без голову 40%. Ой, братан, плоховато. А ну-ка. Мне вот интересно, а какой у меня процент без голову? А ну-ка, давайте посмотрим. А, так лол, у меня больше. Может, и меня возьмете в клан? Посмотрите, пацаны, у меня 52% убийств в голову. Ну, а сейчас вы, ребятки, увидите легенду. Приятного просмотра, парень по имени Сав. Я хз, кто ты такой? Но, братан, у тебя легенда, ты сидишь в очень крутом клане Sky to Fly. Ну что же, легенда ИКД 1.37. Блин, братан, а ты не пущенный? Процент без голу 53%, так почти так же, как у меня. Мужик, ты точно не пущенный? А ну признавайся, а ну напиши мне в комментариях. Теперь давайте посмотрим, какой же у него КД в обычной общей статистике. Внимание, и 2.05. Ну, вот это КД похоже на КД киберкотлеты. Точность СКРа 11%, блин, братан, что-то вообще маловато. Точность СВМ 29%, нормально. А СМки 12%. Ну, братан, в принципе, стата нормальная, но тебе надо немножко подтянуть. Если ты легенда, у тебя должна быть стата лучше, чем у всех остальных, по идее, правильно? И наш последний участник клана — это Мазам. Давайте посмотрим, что же это за парень. Всего лишь 5 уровень, общее время в игре 24 часа. Такое ощущение, что они добавили к себе в клан какого-то читера, потому что, ребят, новый созданный аккаунт. А, подождите, так это ID старая. А время в игре 24 часа? Я чего-то в этой жизни не понимаю. Кажись, это чей-то второй аккаунт. По-любому это чей-то второй аккаунт, признавайтесь, чей. Ну что же, ребятки, с вами был эксперт по всем кланам мира Кента ПК. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока!